Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 3, мир приключений. И мы сейчас в Египте, да, хотя я говорила, что мы никуда не поедем, наверное, но мы поехали. И вы посмотрите на их лица, я так понимаю, они очень счастливы и рады, что им придется лазить по руинам и пещерам. Ну да, такие дела. И у нас не самые лучшие здесь условия, на самом-то деле, вот посмотрите. Это у нас кто? Исследовательница. Ну, а мы тут на каблуках, посмотрите. Давайте, короче, будем искать приключения. Давайте разные, что ли, возьмем. Сейчас. Угу. Так. Мой дом ловушка. Отправляйтесь в опасный подвал и разрядите все ловушки, чтобы получить балл для визы, симолеон и древние монеты. Давайте мы посмотрим, где это находится. А мы где находимся, кстати говоря? А, тут, блин, еще запомнить. Угу. Окей. Хорошо. Пойдемте сразу туда, что ли? Или вот пока день, может быть, мы попутешествуем, что-нибудь посмотрим. Потому что опять сейчас будет так, что... Короче, давайте, наверное, сделаем так. Мы сейчас походим везде, посмотрим какие-нибудь интересные местечки. А ночью, когда будет уже, в принципе, неинтересно гулять, мы пойдем в пещеру. Что у нас вот здесь? Здесь, наверное, пещера какая-то. Да, здесь гробница. Ну, в гробницу я пока что не хочу идти. У нас все великолепно. Поэтому я предлагаю куда-нибудь пойти погулять. Вот первый дом какой-то. Ой, здесь так красиво. Здесь что? Здесь никто не живет. Здесь что? Дом мусса какого-то. А, мусса, что ли? А что мне с ним нужно делать? Чего вы мне его подсвечиваете? А, ему отдать нужно потом. Все, окей. Короче, всякие домики. Ой. Ой-ой-ой. Да, здесь много кто живет, но я бы хотела что-нибудь там, какой-нибудь центр, чтобы что-нибудь купить. Вот сюда мне нужно. Потому что я не знаю, есть ли у меня консервы. Мне кажется, нам нужно как-то подготовиться. Давайте мы пойдем сюда вместе. Почему-то не могу нажать. Алисочка. Ну, отправляемся мы сюда. Вот там люди какие-то ходят. Здесь что у нас? Тоже какой-то дом. Да что так странно как-то нажимается? В общем, да, сейчас мы здесь закупимся. Может быть, купим какие-нибудь сувениры опять. Потому что мы-то здесь были уже. Ну, почему бы еще раз и не купить что-нибудь? Так, а здесь кафе есть или оно вот здесь все будет? Тут одни дома, я вижу. Тоже... Ой, здесь так красиво, прелесть. Да, тут одни дома, короче говоря. Чего так долго? Где вы есть? Так, так что давайте посмотрим, куда мы сначала пойдем. Здесь что у нас продается? Ну, здесь какие-то скульптуры. Я думаю, это нам не очень интересно. Всякая фигня. Какие-то книги. Где еда, интересно, продается? Ну, не тут явно. Может быть, здесь. Ну, это, по-моему, кафе какое-то, если честно. А, еду здесь можно купить. Нет, еда нам не нужна. Мы, в принципе, есть не хотим. Вот здесь, что ли, тушенка? Да, наверное, вот здесь, я думаю. Купить. Так, мне что-то не очень здесь удобно смотреть. Сделаем вот так. Какая дамочка, посмотрите. Мы такую не видели еще. Может быть, конечно, я ошиблась, это не то место, но... Сейчас посмотрим, что он хочет. Подставка для благовоний. Ну, и не знаю, не знаю. Давайте мне товара. Смотрите, какая дамочка. Давайте я сфоткаю, потому что мне очень нравится. Такая прикольная. О, какая. Отлично. Давай нам продавать то, что мне нужно, и мы побежим дальше. Недолго будете болтать. Отлично. Берем консервы. Много консерв. Душ. Давайте возьмем душ. Так, фотоаппараты. Подставка для благовоний. Тутанхамон. Только что-то она какая-то дорогая. Я вам скажу.
1000 симолеонов, офигеть. Ладно, пойдемте дальше. Что здесь интересного есть? Кладбище, ну, самое интересное, конечно же. Это будет храм царицы. Ну, давайте посетим, посмотрим, что там интересного. Достаточно-таки далеко это находится, но здесь парки. Блин, лучше в парке бы, в парк пошли бы. Ну, ладно. Уже поздно, потому что они уже у меня выдвинулись. Точнее, Бен выдвинулся, Алиса, я не знаю, где. Ты где? Тоже бежит. Так, вот у нее задание, это обезвредить ловушки. Ну, смотрите, уже 10 часов вечера, мы скоро пойдем и будем обезвреживать. Надеюсь, у нас будет виза первой категории, потому что, блин, хочется как-то побольше здесь путешествовать. Ну, ты шустрее думай. Вот, села, поехала. Ой, а он далеко так уже смотался от нас. О, мы уже здесь, быстро. Прикольно. А это что такое? Раскопать что-то тут можно. Ой, сейчас Алиса меня напугала. Здорово, здорово. А это что тут такое лежит? А, это птичка. А ну-ка, птичку мы хотим. Голубь. Нет, ну, я думаю, какая-то необычная птица. Ладно, давайте смотреть, что есть интересного. Пока Бен раскапывает. О-о-о! Интересно. А что это такое светится тут? Прикольно. Здесь, наверное, тоже какая-нибудь гробница будет, да? Или нет? Что-то фигня какая-то. Я думаю, будет поинтереснее там как-то. Что-то мне не нравится. Вот, она сама пошла к голубю. Ну, такое что-то. Может быть, где-то есть какой-нибудь вход секретный. Ну, что-то мне не нравится, если честно. Поэтому пойдемте-ка мы дальше. Кажется, нам придется возвратить. А что такое желтое? А, мне нужно там. Все, я поняла. Ладно, я хочу в какой-нибудь парк пойти. Вот это да. Здесь никто не живет. Шикарный домик. Маленький такой. О, рыбу половить можно. И здесь можно половить. Здесь всякие пирамидки. Здесь мы, по-моему, были в этой гробнице. Здесь вот парк. И вот здесь два парка. Да? Два парка, да. Пойдемте сначала сюда, что ли, сходим. Лагерь солнца. Подождите, а что там в лагере солнца у нас? Не, ну красиво, почему бы не сходить? Давайте сходим сюда. Посмотрим, что есть интересненького. И, может быть, еще в пару парков зайдем. Ну и со спокойной душой потом пойдем в гробницу. Кстати, здесь мы еще не были. Это вообще кладбище или я, может, что-то путаю? Не знаю. Может быть, это вообще какой-то лагерь, но вроде бы это кладбище. Так, все, мы на месте. Давайте смотреть, что есть интересного. Он здесь очень классно. Вот это мне больше нравится, палаточка, чем у нас там. Тикс. Красиво, но здесь, не знаю, здесь... О, здесь можно снова что-то раскопать. И мы бежим сюда раскапывать. Так, а что мы нашли там? Ой, какую фигню мы нашли. Вроде бы. Что-то там сильно быстро закрыло. А здесь что? Цветочки. Тут просто понавалено, я так понимаю. Тут ничего нельзя делать, да? Вроде бы. Ну, прикольно. Мне нравится. Красиво. Интересное место такое. Ой, Бен тут уселся книжку почитать. Наверное, про то, как там в пещере к мумии не попасть. Ой, смотрите, как классная фотография получается. Сидит такой, читает книжечку в траве. Красотища. Мы, короче, сейчас раскопаем и пойдем в вот тот парк, который рядом. Так, сюда идем. Алиса обнаруживает новую коллекцию редкостей. Это канопы. Угу. 788. Офигеть, здесь можно раскапывать и быть богатыми.
Алиса находит древние монеты, 29 штук. Теперь у семьи есть 1637 штук древних монет. И мы нашли еще какую-то штуку за 1600 что-то там. Здорово. Ой, смотрите, как красиво. Лодка куда подевалась? Все, мы плывем. Нет, не плывем. Бен, ты где? Бен. Ты где, прости? Те. А что с ним случилось? Мы что-то уехать не можем. Почему-то. Я не знаю почему. Может быть, сейчас получится. Это что? Стоп, ладно, подождите. Иди сюда, плыви сюда. И плыви сюда. Короче, поплывем мы на другой берег. Вот такая красотища. Так, вот. Мне куда надо? Где парк? Вот парк. Мне нужно вот сюда, чтобы она приплыла. Вот, иди сюда. Плыть сюда. Плывите сюда, ребятки мои. Вот, быстрее. Быстрее сюда бегите, потому что, наверное, это последнее место, которое мы сейчас посетим. Потому что потом пойдем в гробницу. Да, вот так вот. На лодке нельзя уплыть, приходится самим плавать. Надеюсь, нас акула какая-нибудь не съест. Вот, сейчас мы здесь зайдем на берег. Надеюсь, мы зайдем на берег. А то есть как-то странно все так выглядит, как будто бы нельзя. Сейчас посмотрим. Сейчас они доплывут чуть-чуть еще. Текс. Давайте, вылазите на берег. Круто. В гробницу идти еще и полнолуние. Вообще офигенно. Так, все, мы пришли. Давайте, короче, быстренько посмотрим. Ну, тоже симпатичненько. Лагерь Луна. Здесь тоже туалет. Ну, вот это место мне меньше нравится, потому что здесь меньше всего. Ну что, ребят, давайте отправимся в гробницу, что ли? Здесь, что ли, гробница ваша? Или... А, мы к нему домой, что ли, пойдем? Я уже что-то забыла, что там делать. А, все, я поняла. Ясно. Нужно обезвредить ловушки. Вернусь к персонажам, потому что я не знаю, сейчас может опять что-нибудь случиться. Они не дойдут, не доедут. Ой, блин, она такая страшная в этом свете. Бен, ты бежишь? Надеюсь, ты бежишь. Но мы здесь главные в этом испытании, поэтому... Так, а Бен здесь уже стоит. Ничего себе. Здравствуйте. Путешественники пришли, значит. Да. Давайте, пускайте меня, и мы хотим в гробницу пойти. Где у вас там гробница-то? Куда идти-то? Показывайте мне. Да, здрасте, здрасте. Так, ну мне тебе нужно найти ту гробницу в темноте. А, вот здесь, я так понимаю, да? Угу, ясно. Офигеть. Ловушек сколько? Ну, во-первых, мы пойдем и сюда засунем руку. Изучим и... О, кошмар какой, посмотрите. Опасно, она идет? Ой, у нее все тут мечты исполняются. Как может что-то исполняться? Ты можешь сгореть просто-напросто. Сейчас я проверю, все ли я посмотрела. Ну, по-моему, тут больше нет ничего. Вроде как. Ладно, давайте мы изучим. Посмотрим, что там интересного. Что тут может быть интересного? Какие-то жуки на будут, еще что-нибудь фигня всякая. Выключили мы, значит. Пойдемте войдем в эту дверь. Бен, ты тоже иди, пожалуйста, как-то помогай. Они
А что у тебя с питанием стало? У них у всех плохо все. Что-то вообще забыла. Подождите. Давайте поедим консервы. И Алисе тоже нужно поесть. Какое качество? Среднего? Окей. Ешь консервы. Здесь у нас что интересного? Ну так себе, не носители, нормально, в принципе. Давайте осмотрим, уж так и быть. Здесь ловушки у нас. Музыка завораживающая, как я люблю прям. Так, 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 тут что? Тут что? Ничего. Вот тут дверь какая-то, пойдемте что и сюда. Здесь все что-то сгоревшее. Соберем вот эту вещь. Ой, здесь смотрите, что. Нужно смотреть, короче. Да, здесь ключ. Но здесь кругом ловушки. Нам нужно пойти сюда. Наверное, нам нужно вот это убрать. Поубирать вот эти все вещи. А он сидит в интернете. Нормально. Помощник. Вот это тоже уберем. Так, и нужно смотреть, что на стенах есть. Ну, я слепота такая, поэтому могу пропустить что-то. Так, и что у нас здесь? Золотишко. Нормально, пришли в его дом. Пособираем все золото. Красота. Так, давайте изучим эту штуку. Бассейн. Так, тут вроде бы ничего я не вижу. Вот эти... А, тут еще есть. Тут есть еще. Сейчас пойдем тоже убирать тогда. Так, вынырнула. Ну, в принципе, ничего интересного, я так понимаю. Что-то мы нашли просто. А, вот, отлично. Идем изучать. Что там у нас? Ключей сколько надо, офигеть. Так. Что там у нас? Переключатель какой-то. Не знаю, что случилось после него. Вообще ничего не вижу. Иди вот это убирай. Помогай Бену. Потому что он тут зашивается прям вообще. Давайте. Да, вот так путешествие. Что делаешь? Смотрите, она лучше справляется-то. Сильно такая. Давайте еще чуть-чуть. Блин, мы спать хотим. О, еще переключатель. Давайте тоже мы изучим. Только я нифига не пойму, что они обозначают. Эти переключатели. За что они отвечают? Если бы здесь что-то горело, я бы поняла. А, все, я въехала. А там я просмотрела, какой был выключатель. Я надеюсь, что как бы мы все отключим. Отключим, точнее. Но не знаю. Мне нужно установить палатку и поспать, потому что, ну, все плохо. Ну все, можем идти взять эту звезду, я так понимаю. Почему-то у меня не получается ее взять. А что такое? Мне нужно обойти, да, наверное. Вот это все нужно обойти. Я надеюсь, что здесь мы тоже выключили. Вот я очень надеюсь. Или... Так, ну здесь мы выключили. Где еще было? Вот здесь мы выключили. А здесь что ли нет? Как так? Как так? Здесь еще куча, миллион дверей. И переключатели здесь есть какие-нибудь? Я не вижу, если честно. Так, ну тут все разряжено. Отлично. Давайте сюда войдем, что ли. Иди сюда. Да, они спать хотят у меня. Ну что поделать? Путешественники вот такие. Как же мне этот камень забрать, если тут не разряжено? Я просто не вижу ничего. Куда можно было бы что-то засунуть? Свою руку, в смысле. А вот здесь что? Здесь это все понятно. О боже, вот это сейчас крутанулось. Сейчас, подождите. Мне нужно взять вот эту штукенцию. Можем ее взять? Мне кажется, мы сейчас горим просто. И будет вообще не очень. Потому что здесь... Да. Ясно.
ясно, понятно. Иди сюда скорее. Обезвредить ловушку она хочет. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, горим, горим, горим мы. Вот это да, вот это путешествие, офигеть. Но она хочет обезвредить ловушку, ну давайте ей это устроим. И здесь ловушка и там, да? Ну давай попробуем, потом пойдем спать. Вот это да, приключение у нас. Ваш персонаж слишком устал, да, я знаю. Давайте, короче... О, чувак, ты пришел посмотреть... Ну, типа, послушай, как мы кричим. У кого палатка? Признавайтесь. Где палатка? Вот палатка. Разместить. Да, тут даже места нет. Хорошо. Идем сюда куда-нибудь разместим. Здесь где-нибудь. И пойдем спать, потому что, ну, очень плохо у нас, конечно, с бодростью. Надеюсь, вы сможете вместе поспать. Все, идем спатеньки. Так что да, ребята, думаю, что на этом и закончу эту серию. В следующей серии мы продолжим играть. Так что да, ставьте палец вверх, если вам понравилось. И да, всем пока-пока.